Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем летать и узнаем, что такое параглайдинг и как Аланья выглядит с высоты птичьего полета. В общем, я не боюсь высоты, но сама никогда не рискну, поэтому я полечу с очень опытным инструктором. В Алании все параглайдеры приземляются на пляж Клеопатры. Вот видите, много разных станций. Мы сегодня летим с компанией Ulu Sky. Чуть позже я вас познакомлю с моим инструктором. Вот еще один приземляется. И вот здесь расположены все их парашюты, расположены здесь. Друзья, вот это мой инструктор, с которым я сегодня полечу. Он профессиональный парашютист. Эргун Улу, компания Ulu Sky. Ulu Sky, soy ismi bizden geliyor, soyadından geliyor. Yaklaşık 2008 yılından beri ticari olarak Alanya'da profesyonel ilk yamaç paraşütü şirketiyiz. 2008 10 sene. 10 senelik. 11 sene hatta ama resmi olarak 10 yıllık bir şirketiz Alanya'da. 2010 yılından beri de Türkiye'nin çeşitli bölgelerine Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü pilot öğretmeni. Aynı zamanda International Air Federation'ın da üyesi olduğumuz için onların da öğretmeni sayılıyoruz. Yaklaşık her yıl 5000 kişiyi uçuruyoruz. 5000 kişi uçuruyoruz. İlk başladığımız senelerde 200-300 kişiyken şimdi 5000 kişilere kadar çıktık. Genelde Ruslar talep ediyor bu sporu. Daha çok çılgınlar, öyle diyelim. Genelde misafirlerimiz genelde Rus. Nasıl başladı? Siz nasıl bu iş başladınız? Nerede amaç paraşütü? Yamaç paraşütü çocukken hayalimdi uçmak. Daha sonra yamaç paraşütüyle tanıştık ve uçmaya başladık. Önce yolcu sizin gibi geldim, yolcu olarak uçtum. Sonra eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra... Eğitim nerede aldınız? Türk Hava Kurumu'nda aldım. Siz neredesiniz? İstanbul. İstanbul. İstanbul'luyum. Ama uzun yıllardır, 30 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Onun için eğitim aldıktan sonra sportif olarak devam ediyordum. Sonra dedim ki çok para kazanacağımı az para kazanayım, yanında da uçayım. Uçarken para kazanayım dedim. Ve bu işi hobimi spor şeye çevirdim, mesleğe çevirdim. 11. yılım profesyonel olarak 11 yıldır uçuyorum. 11 yılın üzerinde uçuşum var bu arada. Поэтому, друзья, сейчас мы поедем наверх в горы и покажем вам все, как происходит, сколько весит парашют. В общем, я это делаю первый раз, и это будет супер интересно. Всю нашу большую команду, человек 15, загрузили вот в такой вот классный микроавтобус. Ребята привезли все парашюты. Вот так вот распаковывают и относят на площадку все наши парапланы. В общем, вот он. Вот он наш параплан. Кач кило böyle параплан? 220 кило максимум тандем килограмм. Максимум. Passenger and pilot. Passenger and pilot 200. Очень тоненькая такая прям. Прям тоненький такой материал. И сейчас стартует первая команда. Вот так вот поднимается параплан. И они полетели. Вот так вот происходит инструктаж. Второй пошел. Так вот раскладывают параплан. Третий. Oğlum kanat çok güzel duruyor ya. Ya güzel duruyor kanat benim hoşuma gitti de bilmiyorum. Kumaşı falan var ya. Koş oluyor.
стою, я смотрю на все это, и мне как-то страшненько становится. Но в то же время интересно, как это будет. В общем, на меня уже надели рюкзак-сидушку. Вот такую вот мой пилот готовит все. Кстати, вам не нужно с собой брать камеру, дают еще вот такую вот камеру. И мы готовимся к полету. Немного страшно. Чуть-чуть по-русски говорит. Страшно. Ой, мамочка, боюсь, тоже боюсь. Тоже боюсь. Понимаешь? Понимаю. Learning here. Ой, мамочка, ой, мамочка. Ой, люди, когда летают, кричат, ой, мамочка. Bu надо burada тут. 1-2 dakika. Düz dur, tamam mı? İleri doğru yürüyeceğiz beraber. Nasıl? Bak, bunu kamera böyle tutmalısın. Şöyle. O böyle çok ayır ya. 1 dakika tut, ben alacağım seni, tamam? Я, наверное, закрою глаза сейчас. Раз, два, три, пешком. Раз, два, три, пешком. Меня перебрало. Пешком, пешком. Оттуда к нему. О, май гад! Ой, мамочка, бу эльде бурдан гечер. Бу эльде бурдан гечер. Ой, мамочка, реально страшно. О, май гад. Ой, мамочка. Ой. Нет, я не буду смотреть вниз. Нет, нет, нет. О, май гад. Вы не видите на мне? На мне солнечные очки, поэтому вы не видите, как я закрываю глаза. Но это супер. Хорошо? Класс. Это что-то потрясающее. Но страшно. Пироскор кунч. Очень классно. Кстати, пилот, с которым я лечу, он профессионал. Мастер спорта по парашютному спорту. Тренирует национальную сборную. С меня сняли каску. Ne oldu? Benim kask. Benim senin kask yok artık, başkan. С меня сняли каску для более экстремальных ощущений. Супер классно. Вот оттуда мы стартовали. Свобода. Да, свобода. Каждый дакика сюрреал иниш. 15-25 дакика. Вниз мы будем спускаться примерно 15-25 минут. Очень страшно сначала стартовать, потому что ты уже летишь, но еще не сел на эту, как она называется, на эту сидушку, а потом вот так вот ветром даже, качает. Да. Да. Сейчас, в общем, поворачиваю камеру и показываю все красоты. Вот такая вот красота. Назад. От той горе. Ага. Мы летим над Аланией, над пляжем Клеопатры. Вот он, наш парашют наверху. И, кстати, ветер вообще не сильный. Я не чувствую прям, чтобы нас сдувало отсюда. Очень здорово. И сегодня... Ой, заносит! Ой, мамочки! Вот летят все ребята, которые были вместе с нами в автобусе и стартовали. Siz gündüz kaç kişi uçuyorsunuz? 7 defa. 7 defa. Evet, каждый день он летает 5-7 раз. Günde maksimum 50 kişi uçuyor. Toplam. О, внизу, внизу, смотрите. Bizim altında birisi var. Каждый день летает максимум 50 человек. И они вот так вот вас кружат, кружат вокруг. И постепенно, кружа, вот так вот мы спускаемся
вниз на пляж Клеопатры. Вот это вот с той площадки мы стартовали, и вот это вот все наши ребята. Прошло, наверное, минут 5, и уже совсем не страшно сидеть. Самое страшное, наверное, это бежать вниз. En korkunç kalkmak değil mi? Ve inmek. Evet. Çünkü kontrol sadece bizde değil. Yolcu da giriyor işin içine. Сейчас мы находимся на высоте чуть больше 700 метров. Внизу наша стартовая площадка. И мы вот так вот кружимся над горами. И скоро уже будем спускаться. Bugün hava nasıl? Güzel mi? Hı, çok güzel. Böyle dönmek için siz ne yapıyorsunuz? Hı? Ama biraz fazla tutarsak Termik... ölürüz. Ayарında. Чтобы поворачивать параплан, он дергает вот за эти вот штучки. Push the left, right, we turn the right. Push the left, turn the left. Поворачивает вот, дергает вот за эти штучки. Ой. İyi misin? Evet. Мы постепенно снижаемся, ветер чуть-чуть усиливается, но постепенно-постепенно снижаемся на пляж Клеопатры. И я лечу с супер-мега-профессионалом, поэтому он тут выделывает всякие финты. Последний раз это было в Осло. Долго? На карусели, где я висела вверх ногами. Чек он, чек, бак, шу парашюту чек, önünde. Yaklaş biraz, soluma gel. Прям под нами. Мы к нему приближаемся. О май гад! Soldan dönelim. Soldan, kral. Вот такие финты они выкидывают. Ужас. Ну и все, и мы уже парим над морем. Смотрим. Все, мы уже парим над морем, над пляжем Клеопатры. И вот туда будем приземляться. И там нас ждет Айхан. Ой. Экстрим надо. Опять экстрим, опять. О, нет. О! Oh.
my god! Мне заложило уши. Смотри, here is big черепаха. Где черепаха? Here. Мы летим прям над кораблем, над яхтой. Катамараном. Ага, над катамараном. Постепенно снижаемся, больше экстрима не будет. Сейчас постепенно снижаемся. Все, друзья, мы постепенно снижаемся. Крутимся над пляжами. И постепенно снижаемся. Очень страшно. Уже почти близко. Чем не на эпюрус? О май гад! Пичком. Куда идти? И все, наш параплан упал. Теперь мы от него открепляемся. Первый раз. Супер! Улу Скай параглайдинг. Пока-пока. Айхан. О май гад, а? Сандуйдунму? Дуйдунму чекемеду. О май гад! Вана я кларазон дурену. Чекаю, да? Супер, друзья! Это было супер! В описании к этому видео я оставлю все контакты на Улу Скай параглайдинг. Если вы хотите испытать такой кайф, обязательно! Обязательно пишите, звоните. В общем, все контакты будут в описании. У меня немного трясутся ноги, поэтому мне нужно отойти от этого. И сейчас я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.